и щелкать на компе маленький хомячок. Не падать. Нам надо все попробовать. Аккуратно. Так. Фу. Яблочко, смотри. Ну куда ты опять? Смотри, яблочко. Подними яблочко. Покажи, как ты яблочко поднимаешь. Подними. Бумагу не есть. Да что же ты творишь-то? Фу. Нет, яблочко мы больше поднимать не хотим. Белку не трогать. Что творится-то? Пей водичку. Вот мы научились уже спускаться из дома и забираться домой обратно. На комп не прыгать. А еще, если ей что-то запрещаешь, значит там что-то интересное. И она начинает еще больше хотеть туда залезть. Я думаю, она... Нет, вот я села, она сейчас опять к компу полезет. Да. О боже, жопу-то как перевешивает, я не могу. Ой, боже, такие вот мы эквилибристы. Все, помойки там нету. Очень хотела запрыгнуть в помойку. Куда? Ёб твою мать! Господи, зачем же с такой высоты? Надо пролезть, впихнуть невпихуемое. Знаешь, если она на стуле запрыгивает, ну, то в помойку у нее, в принципе, проблем не должно быть. Абсолютно никаких. Домик. Мать. Понятно. Сложили домик. Или домик. Кажется, опять пошел. Нет. На гамак. На гамак, да? Да. Собственно, почти попала. Она прыгнула на сад. Ах ты, блин, господи, маскировка-то активирована. Абсолютно. Хорошо. Ну, ты в природе и в жизни не поймешь. Мостиков. Да, мостики нам уже не нужны. Мы уже прыгать. Мы это. Я не могу, как она оттуда прыгает. Она сейчас еще раз, наверное, решит, да? Боже! Боже ты мой! Что ж за это?
Мания-то прыжков. Садизм, она сначала боялась со стульев прыгать. Потом все прыгала, прыгала, все, перестала теперь бояться. Господи, не скачки аж. Она опять пошла писать сообщение твоей маме. Вот. На белке, да? Жопа толстая. Что она ест? А это от яблока палочку. Пытается. Там вот круги наворачивает. На ней по приколу. О, все, подушка в ход пошла. Зайнаш навернется. Нет, вот этого давай делать мы не будем. Обиделась, ушла, понял? Вот так. А то с подушки же скользнешь, Настя, тебя. С такой высоты. Ага. Хотя она со стола, в принципе. Хрен, конечно, знает, с какой они стороны, с какой высоты они в природе прыгают. Купать пошла. Можешь все жрать, да? Перекус, вот. Нет, ей нужен, мне кажется, это, песочек. Да. Надо песочек ей срочно. Не кушает. О, боже мой. Я псих. Да, этой клетки ей мало, конечно. Неугомонность. Абсолютно энерджайзер. Какие там зайцы? Вот шиншиллы. Куда, куда? Давай. Давай, давай. Опа! Совсем сломала. Не, брат. Ой, господи, господи, господи. Малыш. Ну что вы в натуре творишь, а? Всю бошку отбил. К помойке не ходи. Нет. Тебя не видно. Могу на это смотреть. Это просто трюк. Что оно пытается сделать? Не знаю. Почему-то сюда вот именно не надо. Почему я не там понимаю? Ничего нету. Ну. Там плоскость. На, чудовище. На. Нет? И нас не пойдет. Сейчас опять будет отсюда прыгать, нет? Дом, милый дом. Мать! Я скандал. Сейчас наверх залезем. Не, вниз. Попить. Умаялась. Вот, да. Слушай, сколько она тут навернула-то.